мысли долой. Будут случайны, будут упрямы, северный ветер, постой. Не отвечай им на телеграммы, всех адресов знаки, как не ищи, стерты. Если зовут реки, если поют фьорды, а за окном звездопад, непостижимы смены сезона и крепковат лимонад. Дикие дебри сны Аризоны, всех адресов знаки, как не ищи, стерты. Если зовут реки, если поют фьорды. Не спросит в темные бары, братцы, пора, нас ведь ждут. Как здесь прорваться без Че Гевары? Всех адресов знаки, как не ищи, стерты. Если зовут реки, если поют фьорды. Срочно бегите. Спешите к нам. Сюда, не просто так группа вдруг появляется в студии «Хорошего утра». Дело в том, что 5-й юбилейный альбом мы приветствуем вместе с этими замечательными парнями. Вот он уже здесь. Группа вдруг. 5-й да, альбом. Познакомим 5-й. Вас с ними. Антон Боб Бабчук, гитара, вокал. Олег Джейсон Ковалев, клавишный, бэк-вокал. Мартин Кентана, духовые, перкуссия, бэк-вокал. Игорь Пасько, бас-гитара, и Дмитрий Шевчук, ударные. Да, да. Доброе утро, ребят. Спасибо огромное, что в такую рань вы с нами. Ребята, альбом назвали «То». «То». Коротко да. и ясно. Да. «То». Но мы знаем, что не сами вы придумали название, вернее как, дали возможность своим вот людям, которые обожают вашу группу, своим слушателям поучаствовать в этом альбоме. Если бы точнее угадать название. То есть мы всегда делаем угадайку. В этот раз мы да. сказали, ребят, будет всего две буквы, поэтому пробуйте. Вот. И было столько интересных вариантов, что мы, уже зная, что будет «То», всерьез задумались. А может быть, еще парочку вариантов рассмотреть? А может быть, это? Да. Нет, две буквы, Игорь. Да ладно, Игорь все равно не участвовал. Самые интересные варианты можно в эфире говорить, нет? Ну «Но» наверняка там, было. «Юг» был хороший вариант, что-то еще. Ну да, было над чем задуматься. Слушайте, ну там был даже вариант «две буквы». Две буквы, два слова. Вот так вот, две да? буквы. Слушайте, ну у нас креативные. Потрясающе креативные, да. Люди живут в крае, наверное, не только край участвовал. А группа существует вообще с 97-го года. Да. Слушайте, но были у вас разные моменты в жизни коллектива, да. и были перемены, меняли даже стиль выступления, насколько я знаю. А вот 5-й альбом, он чем-то будет прямо кардинально отличаться от предыдущих? Да, конечно. Он отличается тем, что мы сделали в сторону от рока шаг, мы убрали электрогитары и добавили всякие интересные штуки, типа гитары чаранго, типа флейта кена, всякие перкуссионные звуки. То есть мы ищем и нашли новый звук, вот так можно сказать. Mm-hmm. Слушайте, ну вот мы знаем, что вы когда-то прибегали к помощи краудфандинговых площадок. Было продолжаете
будете пользоваться этим опытом или все-таки? Да, этот альбом тому опять наглядное подтверждение, когда мы говорим: слушатели, вам эта пластинка нужна? Слушатели говорят: нам эта пластинка нужна. И значит, подтверждают это делом. А какой у вас бартер происходит? То есть, что взамен даете? Мы взамен даем и музыку, мы взамен даем диск. Диски наши прошлые там тоже можно получить. Можно получить там всякие интересные лоты. Можно кружку с изображением группы. Можно получить книгу, написанную мной. То есть всякие разные штуки можно получить. Слушайте, круто, ребят. Я знаю, что вы принесли еще одну песню, тоже из альбома. Но прежде чем мы вас отпустим, хочется поступить, может быть, не совсем честно. Подарите альбом. Конечно. Правда? Конечно. А два можно? Два оба? Можно. Ура! Спасибо большое. Группа «Вдруг». И еще одна песня из вот этого самого юбилейного альбома для вас, дорогие телезрители. Кубань-24. Хорошее утро.
Настраивайтесь на классный день, ну а мы скоро вернемся.